Ну, реальность действительно не такая веселая, как хотелось бы нам. У нас, конечно, есть какие-то иллюзорные такие представления, какой она должна быть. Вот, но она ровно такова. И дальше у нас есть две стратегии. Значит, первая стратегия — не принимать этот мир и постоянно находиться в раздраженном или депрессивном состоянии, потому что он ужасен, да, и мы, в общем, не можем это перенести. Другое дело — это принять положение вещей и дальше думать, как с помощью различных маленьких, а зачастую больших шагов, можно в этом не самом идеальном мире чувствовать себя значительно лучше. Идеально. Вы просто сами логически подумайте. Вот что дает ощущение счастья и наполненности жизни? Ваше внутреннее душевное состояние. Ну, то есть, может быть, все хреново, вот, но вы, как бы, вот, например, в каких-то ситуациях драматических, да, все хреново, все, черт ступь, но ты, как бы, шарашишь, вот, и прямо ух, да, вот. Значит, что происходит с нашей психикой, когда она не видит будущего? Будущее — это то, что манит психику. Значит, мы придумываем наше будущее как цели, как нечто желанное. Когда у вас есть это желанное в вашем образе восприятия мира, да, в вашем воображаемом будущем, то ваш мозг выделяет дофамин, который подталкивает вас к достижению результата. То есть, если вы представляете, например, что вы там сейчас вот активно поработаете, у вас будет возможность после этого там поехать куда-нибудь на отдых, и вы об этом мечтаете, и это ваша такая греза куда-нибудь поехать, я не знаю, Рио-де-Жанейро, так сказать, и вы про это думаете, то каждый раз, когда у вас появляются какие-то дополнительные средства, которые вы зарабатываете и откладываете на этот отпуск, у вас выделяется дофамин, который вам говорит, что вот-вот награда впереди. И все, когда себе представляют, что есть эпикурейцы и получают удовольствие, то все сразу представляют, что сидят такие люди, у них куча жратвы, куча секса, куча, знаете, денег, вот это все, и они такие вот счастливые по жизни. Вот. Значит, ошибка. Эпикур учил: за любым действием следуют последствия. Ты поел, тебя потом брюхо тянет. Ты, понимаешь, посексовался, а потом дети тебя, так сказать, донимают. Идея Эпикура состояла не в том, чтобы получать вот такое удовольствие, потому что за такое удовольствие потом надо расплачиваться откатом, так сказать. Он говорил, что удовольствие мы должны извлекать из совершенно незначительных вещей. Рождение — это боль, и уход — это боль. Вот. И чем дольше вы на этом пике способны сохранять свое, как бы, ощущение восторга от жизни и максимум брать от нее, тем лучше. Вот. Это просто надо понять, это, что это золотое 25-летие, это там 40-летие, которое там 60-летие, которое там между 10 и там 70, оно вот прямо золотое. Вот. И ему надо все сделать, чтобы в эти годы чувствовать себя счастливыми. Вот. Ну, кому-то на старости повезет, и хорошо они, значит, мозгами работали. И это будете тоже вы. Вот. Потому что мы с вами будем работать.